А вот какие способы вообще дрессировки вы применяете? То есть, наверное, это очень сложно вообще заставить такое хищное, да, животное подчиняться. Да его практически не заставишь, его надо упрашивать. И над этим работать очень долго. Ну, там не помогает. И мясо пока молодые, а когда они взрослеют уже и знают уже свою работу, там и мясо не нужно. В этом году как бы пробный заезд на Дальний Восток. Мы во всяком случае вообще не ожидали, что будут продляться гастроли. На следующий год мы уже будем что-то серьезнее сюда вести, намного сильнее программу, стараться как бы усилиться, потому что тепло встречает публика дальневосточная. Ну, очень понравилось. Очень, да? Понравилось. Это стоит этих денег. Слабовато, но для нашего города нормально, то, что нет стационарного цирка. Детям нравится. Ага. То есть, и для нас, для взрослых, выход какой-то, хоть куда-то можно выйти. Шокирует вообще. Даже шокирует? Да. А что шокировало вас? Ну и как, ребенок испугался за девушку, которая вначале воздушная гимнастка была. Потом как, ключи глотали. Ну, естественно, впечатлений много, особенно у детей. Тебе понравилось в цирке? Очень. А что тебе понравилось больше всего? Мне надо купить попкорн. Попкорн купим? А что тебе понравилось-то больше всего? Как он там что-то танцевала.